Вариант получился спонтанно. Созванивались с Александром Сергеевичем, президентка, разговаривали просто. И так разговор зашел, что он хочет меня видеть в команде у себя. И я, в свою очередь, тоже хотел бы поработать под его руководством, так как я под его руководством раньше играл в «Металлисте». И, ну, собственно говоря, так и решили. Спасибо большое команде «Колосу» за то, что отпустили меня в аренду. Ну и спасибо, конечно, Александру Сергеевичу тоже. Он очень много сделал, чтобы я здесь оказался. Хочу добиться с командой, с «Металлистом» 1925 самых максимальных целей, чтобы выйти в первую лигу, а дальше уже будем по ходу сезона смотреть. Мне кажется, это мечта каждого харьковского футболиста дебютировать на этом стадионе, и в том числе и моя мечта. Так что тут самые лучшие болельщики в Харькове. Будет очень приятно сыграть на этом стадионе и порадовать хорошей игрой наших болельщиков, прежде всего.